Всем добрый день, дорогие друзья. У нас новый день, новый влог. Я поехала в город не на Валберес сходить там. Пришел Масин корм. Ну, мы ей-ка вкусняшку даем корм. И потом мне надо в лагерь посылку забрать. Там пришла посылка. Вот такие вот дела. Продвижение с ремонтом чуть позже покажу. Сегодня будем уже плинтуса делать и мебель собирать. Ладно, поехали в город. У нас тут опять копают. Отопление делают. Тут люк вообще сломали. Смотрите, вот дети, кто-нибудь наступит и провалит. У нас дети любят, ну, я имею в виду вообще посторонние дети, любят лазить по ящикам, вот эти, по досочкам. Им же все везде надо наступить, проверить. Так что вот так. Ладно, мы сейчас бежим с вами на остановку и едем в город. О, собачка. Собака. Пишите, какая у вас погода. У нас очень прохладно на улице. Ладно, бежим. Я еще в лагере сходила, забрала посылку и иду домой. Ну, на автобус иду. Ну, сегодня один автобус ходит. Ходил, но сейчас уже два, потому что сегодня забрали автобус на похороны. Аж 4 человека похоронили. Господи, какого горя у людей. Стою на остановке, жду автобус. Забрала посылку. Ну и зашла, кое-что прикупила. Сейчас дома все постараюсь показать и рассказать. Ладно, ждем автобус и едем домой. Дорогие друзья, приехала я уже с города. Забрала все, что мне надо было. Купила все, что надо было. Так, дальше что взяла? Молоко 2 литра. Машенька, держи. И здесь еще 3 литра. Короче, 5 литров молока. Дальше. Заходила в магазин по... Сматривала все эти кальмары. Взяла кальмары, где-то в салате, где-то что-то сделать надо было. Дальше заходила в Фикс Прайс. Мне писали, Настя, вот китайская фунчозу-то я брала, помните? Приготовь ее сама, намного вкуснее. Короче, вот такую вот вермишельку какую-то взяла. Не знаю, та не та, напишите мне. Будем сами с вами готовить. Также мне надо было две вот такие вот баночки для специй. И у меня муж жалуется, что у него суставы сильно болят. Я вот такой вот увидела там то, что у него колени болят, да что, и вот такой вот какой-то бальзам взяла. Ну, пускай пьет, хуже не будет. На травах с медом. И заходила в наш тут магазин, деткам взяла по игрушечке. Короче говоря, вот такая вот штукенция. Подожди. Так, Марине отдай. Тебе, Оксана, какую? Кати нету. Ваня, да. Какую цвета? Ване синюю. И тут, получается, Машки еще. Вот такие старшие не брала. И мы все еще к зубному ходим. Ваня у меня после зубного всегда просит машинку. Я заранее взяла вот такую машинку, что потом после зубного. Давай следующий пакет. А, он здесь. Ваня, я хорошо. У нас... Помните, я тогда говорила, пойдем сейчас вместе с вами посылку открывать. Там посылка была не на меня. Ну, короче говоря, заказ был не мой, поэтому не показывал. Тут пришла еще одна посылка, но опять не моя, поэтому я не показываю. Дальше. У нас Мася уже старая собака. Мы иногда берем вот такой вот корм. Мася? Да. Иногда берем вот такой корм, как для пожилых собак. Ой, господи. Также заходила в магазин, взяла мясо свиное. У нас есть куриное филе и вот еще свинину. Опять сделаем фарш, и я каких-нибудь полуфабрикатов делаю. Дальше взяла семена укропа с петрушкой, хочу посадить дома. И пришел у меня заказ футболка. Вот такая вот яркая футболочка. 52 размер. Футболка классная, позже потом фотку как-нибудь постараюсь вам сделать. И также вот это вот пришел вот такая посылка. И я так подозреваю, что там вообще все вскрылось и просыпалось. Сейчас мы с вами откроем, посмотрим, что там пришло. О, пипец, короче. Сейчас посмотрим, ребят. Ну,
них я заказывала своим детям чипсы. Катя, по многу ей нельзя давать. Кошке тем более нельзя его. Три по цене двух. И плюс у меня был купон. И получилось, мне вот эти три банки вышли за 80 рублей. Это чипсы Принглс со вкусом краба, со вкусом сыра и лука и со вкусом непонятно, какой-то оригинальный какой-то. Но вот факт то, что три такие банки, ничего не просыпалось, все хорошо. Вот, детям иногда вкусняшка. Тут просто на ТМЛ, возьми сам, пожалуйста, была акция, две по цене трех, плюс у меня купон был, плюс у меня скидка, и получилось, что вот за эти все три банки я заплатила всего 80 рублей. Вот такие вот чипсы. Сейчас с детками откроем и будем кушать. Вот такие вот в целом покупки были. Продолжаем делать ремонт. Вот что, ребят, у нас получилось на сию минуту пока. Это еще папа не прикрепил. Это да, он еще усилил, видите, балкой, потому что лесенка шатается слабая. Да, залазить хочешь? Нет, пока. Что, Маш, удобно? Это твоя койка. Наверху. Удобно, нет? Ну, если хочешь, то там не без разницы, кто где будет спать. Не надо пока. Так что вот так вот, ребят, у нас пока получилось. Сейчас еще ящики поставим, и все. Так, все, ребят, вот что у нас получилось. Вася тут уже проверяет стены, качественные или нет покрашены. Ваня лезет. Ну, вот так вот будет. Там два ящика выдвижных. Ну, вот как-то так пока. А там видно будет. Да, Ваня? А? Ваня уже проверяет все койки. И как тебе, Ваня, нравится? Ну, ты вообще молодец. Василисе там полку сделали, чтобы она ныряла с полки. Да, Вася? Лесенки все прикрутили. Все сделали. Вроде хорошо. Пишите, как вы думаете насчет этого. Но нам нравится. Всем добрый день. У нас сегодня погода пасмурная. Ну, в принципе, более-менее нормальная. У меня сейчас тут происходит то, что кошка прячется. Мы с кошкой едем на случку. Посмотрим, потому что она задолбала, мяргает, ходит. Все везде жопу свою подставляет. Поэтому вот так вот. Надеюсь, успокоится. Ладно, идем для жениха. Дорогие друзья, я уже пришла домой, кошку оставила там, а потом заберу вечером. Не знаю, что из этого получится, но просто она ходит, мастырится везде своей попой. Поэтому мы решили сделать, как бы посмотрим. Нет, так нет. Зашла в магазин, что купила? Повидло на разрез взяла, батон один взяла, три булки хлеба, три белого. Кипишу убирай. Одну себе взяла дарницкий, это такой хлеб. Вот, мне нравится он. Потом дальше взяла грудинку, такой вот целый кусок, тут почти килограмм. И 3 литра кефира. Хочу сделать кексики на кефире. Будем сегодня с детьми стряпать кексики, да, Катя? Будете делать кексы? Угу, весь ответ.
Вот такие вот целые у меня покупки. Ладно, чуть позже покажем, что мы будем делать. И батон убирай. Тут повидло в холодильник тоже убери. Этот холодильник убирай. Вот это вот тоже. Это я сейчас уберу сама. Так, вот такие вот дела. Ладно, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Пишите ваши комментарии. Не забывайте обязательно пишите комментарии. Мы всем желаем всего самого хорошего. Всем хорошего дня.